Добрый вечер. Это «Красный проект» на канале ТВ-центр. Каждую пятницу в этой студии мы обсуждаем самые главные события в истории нашей страны за последние 100 лет. Тема сегодняшней передачи – 60-е, 70-е годы прошлого века, брежневский период, эпоха застоя или эпоха развитого социализма. Об этом мы поспорим сегодня. И в студии мой постоянный оппонент и коллега Николай Злобин. Добрый вечер. Я согласен с тем, что, скорее всего, в этой передаче мы сойдемся в оценках. Там, в деталях будем расходиться, но в целом оценка того периода будет примерно одинаковой у всех, несмотря на политические, идейные разногласия, которые по иным бы темам у нас прозвучали. Несмотря на то, что вот Николай Васильевич тут там наговорил старикороба, там телевизоры появились в Советском Союзе. Телевизоры в Советском Союзе появились в 50-е годы. Массовые уже телевизоры. Массово стали появляться. А Брежнев, это, извините, осень 64-го года. Так, давайте все-таки напомним, о чем идет речь. И 18 лет его правления, безусловно, золотая эпоха, золотой период в истории Советского Союза. И один из самых благословенных периодов в истории России в целом. Это я согласен. Между тем, сейчас по паре моментов скажу, что еще, почему он золотой. Не в мифах только, а в реальности. Между тем, действительно, не только среди интеллигенции, но и среди обычных людей, не обремененных там двумя-тремя высшими образованиями. Хотя это было... Да это, пожалуй, было самое образованное общество, самая образованная страна в тот период. По среднему образованию всеобщему, бесплатному, кстати, бесплатное было образование, медицинское обеспечение, как вы знаете, к тому времени. И выше, по высшему образованию мы больше всего выпускали людей из вузов. Но и в тех, и в других слоях уже действительно было некое непонимание того, что происходит. И это отражалось в знаменитых русских анекдотах. И я напомню один из них, он там исторический. Вот советский период как тогда характеризовался? Понятно, что это анекдотическая форма, но ранний репрессанс 30-е годы, поздний реабилитанс, это оттепель, и брежневская эпоха, безбрежный деграданс. Безбрежный деграданс. Я люблю Советский Союз. Моя молодость пришлась, детство на Хрущева, на Брежнева, юность, молодость и так далее. И я все это хорошо помню. Так вот, действительно, фактически мы подошли к реализации этой мечты. Здесь упомянули триаду: автомобиль, квартира, дача. Да, квартиры были, много еще было в коммуналках, меньше, чем на Западе. Но опять, у кого на Западе? Машины были не такие красивые, как на Западе. Но вот эта сама эта триада, чтобы человек... Кто на Западе в тот момент имел городскую квартиру и дачу? У них другая структура. Нет. Да неважно. Структура-то другая. Но даже сейчас это мечта западного среднего класса, чтобы иметь городскую квартиру и участок земли. Но машина сейчас это в принципе уже... нереализуемая. Да. Нет, там концепции дачи нет. Так массово. Значит, к чему я это говорю? Что материальное насыщение было грандиозным в сравнении, что было в предшествующий период. Но вот о мифах. Ну, мало того, что этот период разбивается на два, значит, вот ранний Брежнев, там примерно до 75-го года 10 лет, и потом уже поздний Брежнев, когда вот этот деграданс пошел. Миф о так называемом железном занавесе. Ну вот Юрий Сергеевич вам с одной стороны рассказал, что чего только не читали. В спецхран записаться было. Ну, пару... Ну да, рабочий не мог записаться в спецхран. Но если ты аспирантишка какой-нибудь... Я студентом в спецхране работал. Нет. Даже не аспирантом. Читал всю западную там по Франции литературу и текущую. Так вот... Не было железного занавеса. Это же
Каждый... Выездные визы были. Каждый... Да при чем так здесь визы? Так они ехать из страны было нельзя. Выездные ты не мог визы, пойти это... купить билет нет, и улететь. Николай Васильевич, это когда Ельцин из своего захолустья уральского приехал первый раз там в Финляндию, увидел супермаркет и упал чуть ли не в обморок. Да, и облетел на вертолете статую Свободу и, значит, я, понял... Не об этом. Понял, ты же не мог такое. Выехать за Николай границу. Даже но... ты... Вы же обещали не мешать да. участникам, не да, настоящим специалистам порассуждать. К чему я об этом? Ну вот здесь стоящие, вспомните, каждый месяц несколько премьер западных фильмов, французских, итальянских, американских. Этот безумный мир, вот эта комедия, которая там разоблачала мир Чистогана. Но люди-то смотрели действительно, а в чего такие красивые автомобили? Эти дьотел, американцы гоняются за миллионом, при этом ломают кучу замечательных автомобилей, когда у нас вот не такие замечательные. Ездили, многие, кстати, ездили в загранкомандировки и видели все это. Точно, и сравнивая... А идеологией руководил товарищ Суслов, человек, который двигался по Москве в ЗИЛе, который мог разогнаться до 200 километров со скоростью 60 километров, 40, да. ходил в галошах. И у него мышление было вот как у человека в футляре. Виталий Анатольевич, это плохая защита. Секунду. Я никого не защищаю. Я описываю так, как было. Разрыв между тем, что знал советский человек, образованнейший в мире. То, что он видел, не обязательно бывает на Западе, но через эти фильмы и все остальное. И тем, что ему говорили, что будет некий рай когда-то, а сейчас получилось вот этот загнивающий Запад, который загнивает, нам бы так загнивать. Загнивает, но как сладко пахнет. Это все не объяснялось, это все противоречило одно другому. Обветшала марксистско-ленинская теория, раз, и обветшали ее носители, люди, которые ее индоктринировали во все остальное общество. И они запрещали официально думать и говорить иначе. Вот где слом произошел. Они... Безусловно, Советский Союз можно было сохранить, на мой взгляд, не буду сейчас это доказывать. Безусловно, нужно было не действовать не так, как действовал потом Андропов, и уж тем более, как действовал Горбачев, опираясь на молодых дураков, как их несколько утрированно назвал Юрий Сергеевич здесь. Но это отдельный вопрос. Я хочу на два момента обратить внимание, о которых до сих пор не говорили, которые привели, в частности, их некритическая оценка привела к развалу Советского Союза. Первое. Много здесь об экономике спорили. Догматизм заключался в том, что в стране существовал рынок, даже несколько. Но это отрицала официальная теория. Рынок квартир, начиная от кооперативных, которые просто продавались, и заканчивая обменом квартир, которые не были кооперативными. Колхозные рынки. Далее, теневой рынок, который существовал. Реальные рыночные отношения в Грузии, в Армении, во это многих республиках... Не важно, чем это кончалось. Это была реальная часть экономики, которая не учитывалась... Не важно, что в статистике. Она не учитывалась в сознании. Она не учитывалась как реальный институт экономический. Это первое, что я хочу ответить. И второе, о чем тоже не говорили. Советский Союз... Дело не в ценах на нефть. Можно при низких развиваться быстро, можно при санкциях развиваться быстрее, чем без санкций. Советский Союз взял на себя непомерную ношу обеспечения благосостоянием не только своих граждан. Это правда. Советский Союз кормил социалистический лагерь ЧСФ и обеспечивал безопасность через организацию Варшавского договора. Он кормил целый ряд западных коммунистических и рабочих партий в странах Запада, в самых развитых деньги посылали отсюда, тайно или не тайно. Он кормил национально-освободительное движение, он кормил коммунистическое движение, он взял на себя обеспечение безопасности и благополучия половины мира, не только своих граждан, и надорвался. Нужно да. было сбросить этот груз. Действительно, все жили в разном Советском Союзе. Вот стоят, но и хрущевская оттепель, и до этого, и после этого рождала людей, которые по-настоящему считали, что работать для того, чтобы страна была богатой.
иметь по-настоящему чувство солидарности с людьми в Чили. Я не забуду 73-й год. Московский государственный университет, элитные детки. Ребята плакали от того, что Пиночет пришел к власти. Молодые парни, которые, казалось бы, должны были хотеть только джинсы и свежие записи. Ну, кто там тогда уже при был, этом да? Мы были в этот момент... Джинсы хотели позже и получили, в конце концов. Одну секунду. Вот у всех же теперь есть джинсы и баночное пиво. Одна деталь. Это случилось, я помню это время, этот момент. Мы были в этот момент на картошке. Мы, студенты МГУ, собирали картошку. Действительно. Потому что получившие паспорта колхозники уехали в город. Печалились, что революция проиграла. Давайте мы вернемся...